С 20 июня в детском саду «Ажа-Люкас» реализуется проект социализации будущих дошкольников «Откроем свою родину», который, так же, как и многие другие проекты летних лагерей отдыха, организуемых висагинскими учреждениями неформального и дошкольного образования, частично финансируется из средств самоуправления. Проект детского сада «Ажа-Люкас» направлен не только на отдых будущих дошколят, но и на развитие у них гражданственности, национально-культурной идентичности и патриотических чувств к родине. Во время этого проекта дети смогли участвовать в различных мероприятиях как на территории детского сада, так и за его пределами. Среди них различные экскурсии, походы в лес и занятия в группе, где дети своими руками делают лоскутный ковер с цветами флага Литвы и ковер-карту с названиями городов, по которой потом можно будет совершить интерактивное путешествие. Vaikai vyko į Visagino kultūros centrą. Мы уже ходили с детьми на познавательное мероприятие в Висагинский культурный центр, этнокультурный музей гимназии Вердянис, на площадь Сантарвис, где детей знакомили с традициями праздника Йонинис, танцевали различные народные танцы. Завтра детей ждет поездка в Осишкис Зарасайского района. Ну а сегодня мы прибыли в Висагинский центр профессионального обучения технологиям и бизнесу, где нас с радостью приняли. Мы очень благодарны за это заместителю директора Лаймуте Рядкевичине и преподавателю-методисту Евгению Панькову. Сегодня дети приготовили фруктовую пиццу, сами испекли основу, смазали ее соусом, а затем украсили цветами литовского флага, используя фрукты – бананы, киви и клубнику. Пиццы были помещены на специальный лист бумаги, где каждый ребенок написал свое имя, а затем поставили ее в печь и наблюдали за процессом выпечки. Дети были вовлечены в процесс приготовления от начала до конца, а потом наслаждались сделанной собственными руками выпечкой. Так, готовя пиццу, они развивают творческие способности, гражданственность и трудовые навыки. Сегодня самые юные ваши ученики были, наверное. Да, сегодня у нас никогда еще таких не было у наших учеников. Такие радостные, такие замечательные ватага. Им по 5 лет, ребятам. И они сегодня свою сделали первую пиццу. Первую сладкую пиццу в своей жизни. И, что интересно, всем-всем получилось. И вот они сейчас едят, и, по-моему, едят они эту пиццу с большим настроением, и она вкусная. Молодцы, ребята просто очень молодцы. Задача наша была каждому, чтобы они сделали себе пиццу, раскачали тесто, украсили ее, выложили все продукты, и потом мы вместе их запекли эту пиццу. И каждый получил именно ту пиццу, которую он сделал сам самостоятельно своими руками. Спасибо организаторам, что привели детей к нам сюда, таких интересных. И прекрасный день, мне очень понравилось сегодня наше мероприятие. Ну, они сегодня еще узнали, как печка работает умная. Да, они точно узнали, познакомились с оборудованием, они сами тесто покачали, и сделали блины для своего теста. В общем, все у них получилось, молодцы. Участники проекта, в свою очередь, также от всей души поблагодарили Евгения Панькова и весь коллектив Висагинского центра профессионального обучения технологиям и бизнесу за возможность быть вместе и провести такой замечательный урок.